Так, ребятушки, всем привет, всех приветствую на каналчике Toxic Pool, ФБР на связи, я вещаю из города Харькова, коренной житель. Всем приятного просмотра, готовьте чаюху, ля-ля кебаб, и мы стартуем. Так, ребятушки, давайте взвесимся. 113 500. Селёк, помогала мне взвешиваться, да, Багир? Ну что, ребятушки, с утра чашечку водички за ваше здоровье. Классики жанра. Включаем наших рыбок. Оп. Рыбки проснулись. Вон один анцитрус маленький видится. Вот второй. А вот наш самец малинезы. Вон он, видно его черненький, желтенький. Все вроде нормуль. Сейчас будем их кормить хоть чуть-чуть. Проснуться. Байрактара тоже покормим, да, Байрактар? Ты на базе, все чики-брики. Так, тут тоже рыбкам включаем свет. Просыпаются, видите, с дна всплывают. Малючки тоже просыпаются. Сейчас мы их покормим. Видите, отдельно лучше мальки растут, чем все вместе в этом большом аквариуме. Я заметил, что в этом аквариуме, не знаю почему, но рыбы лучше растут, чем в этом. Вот вам и парадокс. Черепаховичи на чили, на полнейшем. Лапки, видите, как валяются. Лапки вытянутые на расслабоне. Передние спрятаны, чтобы не подмерзали. Клип-клипа чима. Все четенько. Ребятки, что у нас по погоде? Плюс 5. Какой красивый снежочек сыпет. Багира тут на чили, на расслабоне. Синоптик Багира и синоптик Александр к вашим услугам. На часах вот так у нас по времени. Мы с Кисельком бдим за погодой. Да, Кисельок? Так, ребятушки, жарю королевский завтрак. Завтрак чемпиона, он же завтрак олигарха. Светской львицы, птицы. Ну, короче, вы поняли. Чисто тех, кто в списке Формс. 3 яичка. Так, ребятушки, сейчас еще лучок тут такой у нас растет. Радийку переделанная. Сейчас лучок понасрезаю и добавлю. Можно и отщипнуть, но лучше срезать, чтобы потом рос. И добавлю яичницу здесь сверху. Вот, ребятушки, посмотрите, вообще с лучком получилось, порезал. Красота, то, что надо. Ребятушки, перекус таксиста чек. Яичничка. Всем приятного, кто кушает. А вот это погодка, ребятки, посмотрите. Зевсуня, наверное, дрыхнет где-то. Нема, не видать. Зевсунька, он был замечен. Зевсунь, привет, иди подписчикам привет передай. Скажи, такая погода, такая мачмала. Да ты шо, скажи, вообще капец. Такую тропу тут протоптал Зевсунька. Привет, Зевсунь. Привет, мой хороший. Собираюсь, зальчик, Зевс. Подписчикам привет передаешь? Скажи, здорово, пацаны. Погода не айс. Ну что, ребятки, пробуем заводить. О, БРСМ спиртовой сила. Когда плюсовая заводится. Уточка на базе, Певченский тоже. Сунечка мокренький, провозал. Все равно высыл, да? Колосы, как ежичек, посмотрите. Мой думаю, зюзенький. Так, ну что, ребятушки, шурую потихоньку. Машины в снегу, видите. Ночью, видно, выпал снег. О, а сейчас квашня, все это тает, плюс 5. Так что вот такая атмосфера. Вон машину кто-то потерял на тротуаре. Шуруем потихоньку, поманенечку в зальчик. Сегодня у нас должна быть спина. Спина и грудь. Будем качать спинку, будем качать грудь. Обогнал таксист нас. Видите, хочет заработать все бабосы. Собачку он кто-то выгуливает. Народу вообще очень мало на улицах. Крайне мало народу. Вон, 2 девчули прошли. И все. Кто-то вон еще с тряпкой, с картонкой ездит до сих пор. Видите? Квашня, конечно, такая. Кто-то вон гонки устраивает. Лютые.
просто нереальные. Ребятки зеленые стоят на пешеходном переходе. О, трактор чистит, видите, ребят? Трактор чистит. И дальше тоже вот убирают дорожники. Новая почта тоже работает. Дорожники убирают, гребут. Все как положено вообще, красавцы, молодцы, ребят. Пешеходный переход, как всегда, ждет, пока подъедет машина, чтобы начать переходить дорогу. Ну, ладно, мы ж пропускаем, мы ж культурные люди. Вот, пожалуйста, раз, чикс, пропустили. Певчанский выгружается, живое пиво, видите? Все четко. Так, перестроимся. Таксисты носятся, потому что это сейчас можно хоть какую-то копейку заработать. Ну, говорят, по фильтрам сегодня слабо. Очень слабо по фильтрам заказы. Только по цепочке всякий шлак можно взять. А так по фильтрам заказы очень слабые. Так что такие делишки, ремзики. Так вот, припарковывается женщина здесь. Паркуется на парковке. Так, ну что, ребятушки, заехал. Купил мамке хлеба в АТБ. Шурую дальше, короче, ремзики. Видите, даже на куполах и там лежит снег. Вот такая погодка. Биологическое оружие тоже где-то разбежалось, потекало. Вот такие дела. Тракторец, посмотрите, как гоняет, чистит парк. Это просто красота. Вот сквер чистит, маленький тракторец. Вообще. Европа. Тротуарчики. Все, чтобы было чики-пики, чтобы люди ходили по чистым улочкам, дорогам, несмотря ни на что. И это радует, конечно, ремзики, поднимает дух. Вешаемся. 114 900. Погнали, ремзики, ходим. О, привет, как дела? Нормально, говорит, дела, все четко. Малой, смотрите, тренируется. Дубайся. Так, ребятки, на ужин у меня тоже 3 яичка. Сегодня у меня будет день яиц. Ребятки, пришел после треши. Всем привет-привет. Сегодня тоже у меня будет такой непростой день. У меня будет сегодня день яиц. Я буду 3 яйца съедать с утра, 3 яйца после тренировки и 3 яйца вечером. Так, девчата мои идут на чили, на расслабоне, да, Багир? На охране лука. Правильно, потому что мы сейчас будем срезать зелененькую часть. И будем добавлять. Добавил зелененького лучка с подоконника. Вот такая красота получилась. Теперь под крышечку. Ну что, ребятушки, третий перекус таксиста чек. Всем приятного аппетита. 3 яичка с таким зеленым луком. А смакота, ребят. Да ты что? Белок. В чистом виде. Польза для организма. Пушка, всем приятно, кто кушает. Ну что, ребятушки, иду, короче, тещу проведу. Что она там, что с рукой, глянем. Маша, ты что, пряталась от меня? Привет, киселек. Ты такой манюсенький. И сразу на тебе, говорит. Так, ну что, ребятушки, сходил тещу, проверил. Все вроде бы так, более-менее, но пальцы плохо еще, плохо шевелятся. Так что, такие, ребят, делишки. Тут Зевсунечка меня встречает. Да, Зевсунь, ты встречал? Сейчас мы тебя покормим. Подписчик прислал корму. Сейчас покормим Зевсунька. Смаколык, смаколык. Хороший, да? Да ты что, скажи. Давай бегом. В ожидании. Так, надо с миски вылить. Тут погода сегодня, ох, нелетная. Снега навалило, да, Зевсунь?
Сейчас развяжем пакетик. Зевса, давай я тебе сразу насыплю три жменьки. Вот ты потом мне не даешь и можешь меня укусить. Вы подумаешь, что я у тебя отнимаю. Давай. 4. Давай 5 уже. Чтоб ты уже шиковал. Так, 4,5, да, Зевсу? Приятно, иди кушай. Зевсунка топчет. Нравится ему. Вкусненько. Спасибо огромное за корм. Кто хочет, может Зевсуньке смакулыки прислать. 38 отделение новой почты. Нестеренко Александр. Номер телефона в описании канала и под видео. Да, Зевс? Так, ну что, ребзики, Зевсуньку покормил. Покормил Зевсунечку. Он довольный, счастливый. Багира тоже здесь на связи, помогает снимать. Багира тут у моих ног помогает снимать. Да, киселёчек? Мой ты сладенький. Ну, это девочка маленькая. Ты помощница, да? Ну что, ребятушки, давайте покормим наших рыбок. Вот они, наши рыбоньки, подрастают. Уже смотрите, какие холеные. Цветные. А вот малыши. Вот так они выглядят. Надо тут сюда, кстати, водички долить. Сейчас покормим. Так, ребятки, доливаю водичку в аквариум. Майка. Потихоньку, чтобы их там сильно не крутило. Водичку доливать надо. Опа, как раз четко получилось. До верха вот водичечки. Ребятки, давайте покормим наших малючков. А посмотрите и скажите, что я сделал не так, ребят, при замене, ну, доливки воды. Что не так произошло здесь. Обратите внимание на этот аквариум с мальками, вот этот тут. И напишите, что не так. Так, и этих давайте. Гавриков сейчас тоже раз, вот так. Ну, и тут я сгортаю, что на стеклах остается, чтобы не пропадало тоже весь корм, идет в ход. Кушунья топчет. Этих тоже давайте покормим. Видели, они уже. У них уже охота. Уже охота. Уже за пальцем бегают. Уже хотят кушать. Решил попробовать. Сейчас вот беру одну гранулу для сомиков. Бросаю, как обычно, сюда. И беру вторую гранулу для сомиков. И бросаю вот сюда. Как бы вроде Байрактару, но нет. Байрактар что-то там своим занимается. За лапу себя кусает. Вот. Багира тоже на помощах. Помогаешь, кись? Помогаешь, Саша? Моя ты умничка. Для чего я это делаю? Это потому, что большой сомик, анцитрус, бьет маленьких, не дает кушать. Вот маленькие, может, найдут там и будут точить. Посмотрим, сейчас понаблюдаем. Ну и сейчас корм осыпну этим рыбкам. Так, вот они все в ожидании. Сыпем хлопья им. Тетровский, тетрамин. О, видите, как они его любят. Сразу корм посыпался. Рыбок покормил. Сейчас покажу, как я здесь что делаю. Ребятушки, сижу вот здесь вот. Напротив рыбок. На стулочке на свой. Взял чаечек с лимончиком без сахара. Сахарозаменителем. И наблюдаю за рыбками. Честно, очень сильно успокаивает. Еще и Багира помогает. Под ногами глажу Багирочку, нашу киселька. Но на руки идти не хочет. Вот, кстати, наши анцитрусы, которых я покупал. Вот один. Вот второй по листику ползает. И самец он там же. Моли. Вуалевый анцитрус, конечно, очень красивый. Вот это, видите, сейчас лежит, таблетку хавает. Да что же мы когда-то вырастили с маленьких. Так, ребятки, по сегодняшнему дню народу на улицах, видите, мало, квашня, снег идет до сих пор и валит его нормально, но он тут же превращается в кашу, тут же тает.
Но если будут морозы, посмотрим, как оно больше дальше будет, и сами посмотрите, то это, конечно, все замерзнет, и будут такие, как буераки, и будет, конечно, строкотень. Также, что еще хотелось бы сказать, тревоги целый день. Тревога была утром, тревога днем, тревога вечером. Вот так, маемо шо маемо, как говорится, все время на каком-то стреме, но ничего, держимся, не унываем, держим хвост трубой. Так что как-то так. Нашим ребяткам там еще тяжелее. По-другому не скажешь. Ребятки, всех обнял до хруста, добра бабла, позитивчика. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальцы вверх, пишите комментарии, подписывайтесь на мой инстаграм, тикток, телеграм, группу таксистов. А кому вдруг нужна страховка на ваш автомобиль, залетайте по ссылке в описании и по моему промокоду TAXIKUL21 вы сможете оформить страховку онлайн. Фирма одна из самых лучших и самых дешевых. Сам там страхуюсь, все просто топчик. И с моим промокодом 10% скидочка, сам им пользуюсь. Ребятки, всех обнял до хруста, добра бабла, позитивчика. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Мирного неба, пока-пока.